Завтра в Архангельской области стартует акция «Трезвый водитель». Только с начала года по вине пьяных рулевых произошло 26 аварий. В результате один человек погиб и 43 пострадали. Сотрудниками ГИБДД задержано около 1000 водителей под шофе. Такая печальная статистика и стала поводом для акции в майские праздники. Первый этап, который мы запланировали, направлен на предупреждение, профилактику, это сплошные проверки транспортных средств на оживленных участках города и в том числе на выездах с города. Завершится акция 2 мая.